Вот, попробую так показать. Этот шов не смотрите, тут у нас сгиб. Просто кусочек. Вот оставили отверстие для выворачивания. Если мы возьмем, это просто показываю, возьмем вот лицо с лицом, вот так, кстати, у нас получится труба. Нам нужно вот тут перекрут. Этот перекрут вот как раз таки делается вот этой вот штукой, вот так и вот так. То есть это мы получаем. Не вот так стачивание, а вот эту сторону с этой. Вот так. Получаем перекрут. И лицо с лицом. Вот так вот в круговую. В круговую. Вот так стачиваем. Этот перекрут, это то, что там два раза сложено на прямой. Можно два раза не складывать, можно вот так просто перекрутить. И вот тут по кругу стачали. Так, вот он, перекрут у нас. Вот. Вот стачено. Стачено лицо с лицом. Вот так по кругу. Вот. Один слой. Вот видно все, да? Все, теперь выворачиваем. Так, вот. Вывернули через дырочку. Дырочка потом зашивается. Потому что из кусочков делала. Вот. Вот тут заворот. Тут у нас как труба, только с перекрутом верхней детали. Все это дело расправляем. Чтобы у нас внутренняя часть была поровнее. Закрутки распределяем здесь.